Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная прокачка судьбы на нашем английском аккаунте. И, скорее всего, мы сегодня уже наконец-то апнем 500к. Я надеюсь, сегодня мы будем качать вот так вот лаву, скажем так. Здесь драконы в основном, как видите, жесткие герои. Посмотрим сейчас, что кто... Может, алхимик у меня уже прокачан, так как он гарнизонный герой, он наносит урон по зоне, плюс еще по дополнительно герой, который рядом на 12 скилле, по сути ничего не меняется. Поехали, начнем с Дракоса. Дракос, в принципе, так, давайте накупим камней. Поедает это все делать. У Дракоса увеличиваются его стандартные параметры, ничего интересного такого нового нету, чисто ради силы. Ну, качаем. Так, сейчас мы наберем и потом пойдем потестим, посмотрим его талантик. Так, давай, мохнатка, тащи. Хорошо с мохнаткой фармить золото. Каких проблем нет, где так? Просто офигенно выбивает, 50% набивает и больше такой не попытается. Так, окей, смотрим на Дракоса нашего, который мы будем тоже сливать, я думаю. Где-то Дракос. 660 атаки врагам вокруг, уменьшает отхил на 65%, также увеличит 450 атаки по одному герою с меньшей жизнью. Служка, кулдаун 7 секунд. Так, окей, поехали, делаем ему. Делаем ему. Максималочку. Так, отлично. Мы имеем. То есть увеличение остатки. Кулдаун стал 6 секунд. Вот так вот кулдаун уменьшился. По сути, все остальное 75% уже. Плюс ничего нового у него не добавляется. Поехали дальше фармить золото. На пути цифра я там дамажит. Нравится мне, конечно, смертушка, прикольный томец. Так, и затащили. Два ляма заработали, красавчики. Следует прямо. Так, что? Следующий дракон, в принципе, вы знаете, уменьшение скорости, скорости атаки и урона. Один из таких топовых в свое время дебаферов. А сегодня как бы 12 скилл, по сути, ему там дает уменьшение урона входящего, то есть как бы делает его более универсальным и отхил дает ему, что самое интересное. Но, как вы видите, насколько, ну это, в принципе, этого героя никак не спасает, к сожалению. А герой в свое время был очень кайфов.
4, чем-нибудь. Так, отлично. Так. Вот он наш дракон. 330%. Скорость атаки, скорость передвижения на 90. Кулдаун 6 секунд. На 6 секунд. То есть фактически все время, когда он будет заряжен, он будет включаться и дебафать. Так. Можно карты даже тратить. Дракону не жалко. Практически 499 имеем. Так, что у нас поменялось? 400% было, 330, 90 все осталось. На 40% уменьшает получаемый урон. И восстанавливает 900% от атаки. Ну, такое себе, честно скажу. Это его никак не спасет в топовых дамагерах. В принципе, вам никакой пользы не даст тоже. Так, отлично. Так, давайте шатайте, а у меня не то вражее. Жалко. Блин, конечно, бабуля тащит. Смотрите, 50%. Так, отлично. Следующий герой у нас будет Огнекрыл. Ну, Огнекрыла просто статы увеличиваются. Это даже не буду вам показывать, потому что у многих его просто пока нет. Я уже показывал его улучшение. Дальше идет у нас укротитель для архидемона герой. На начальных аккаунтах может кто-то где-то его еще использует, но не знаю, я чисто для архи его качаю, чтобы набивать побольше, так как увеличиваются процентуальные параметры его основного скилла и не более того. Так, давайте посмотрим на укрота. 80% атаки, 9 секунд, на 28 лучей получаемый урон. Также гризли дают бой с собой, 56% понижения, это дает 65%, 12 секунд. Короче, крит, шанс крита есть, критует, все дела, но это все фигня. Самое основное, посмотрим на увеличение базовых параметров. То есть, по сути, чисто бегает на архи, любит позадротствовать, им надо качать. А так, смысла вливать в него ресурсы вообще никакого нет. Немножко не тот герой.
Отличненько, поехали дальше. Где-то сейчас нам не хватит значков почёта, скорее всего. Так и знал. Как всегда, подстава. У нас есть книги. Так, отлично. Поехали, поехали. Дальше. Что там у нас по силе практически? Возможно, даже не хватит немножко. Мне кажется, да, не хватит чуть-чуть. Так, 415, вот так вот. Вот так вот. Хорошо, ну и следующая у нас разруха там. В принципе, ничего интересного нет у героя, хоть и донатный, и самый большой донат, по сути, с лесенки донатных героев, но тут от него никакого нет. Так, где? Вот, что у нас получилось? 250%, 32% течения урона получаемого. Так, поехали. Махатма, конечно, жестко раздают. Такс. Последний герой, разруха. Скина на любви, 460% от атаки, станет 2-3 секунды. 55% увеличения скорости и 55% отражалки. Имеет пятую утеках устроенную. На 11-м у него уже будет офигеннейший берс. 90% увеличения, который тоже, по сути, его никак не спасает. Да, пошли. Да, нам чуть-чуть не хватит, даже не чуть-чуть, а нормально не хватит.
это 150. Да, ровно 150 не хватило. Так, хорошо. Ну, в принципе, это можно сделать вот так вот даже. И у нас уже 50 с копейками. Точнее, 500 с копейками. Преодолели мы рубеж. 500-ка. Вот так вот. Вот такая вот локация. В принципе, с этой локации огнекрыл, укротитель — это все, что вам надо, если вы эту укротитель, если вы бегаете на архи. Все остальное нафиг не надо. Но единственное, еще может кто-то будет пользоваться драконом для гильдийских, но на него вливать ресурсы смысла не вижу. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.